зачем королю-гному была так нужна эта броня? Что в ней такого-то? Про Двегротикар ходит много легенд. Слишком много. И поэтому сложно узнать про доспехи что-то наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. А чему можно верить? Себе, своим глазам, инстинктам. Верить легенде опасно, и этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь. Нужно три камня. Ну что, вперед! Да тут разруха. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Может, тронный зал лучше сохранился? Смотри, тут еще. Старкадр. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкорнал. Он всегда так делает.
Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса целой толпы. Наверное, старые духи, жертвы... Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Скитальцев. Эй, погляди! Кровавый след! За троном есть проход. Потайной ход! Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Огнир. Пойди сюда. А, мне как раз было интересно. То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Но как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивые. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове.
интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие — риск. Королю гному не повезло. Вы нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретимся в храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу. Ну, если что-то будет нужно, я тут.
За мной, Атрей. Слушаюсь. Нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретим. В храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу.
Прямо сияете. Ну, то есть малец сияет. А у тебя за бородой ни хрена не разберешь. Мы нашли материалы, но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Ну вот ты, например, опять приперся. Это да. Давайте к делу. Тогда пока. Другое дело. Thank you.
было же что-то еще. Другое дело. Что-нибудь для мальца? Ну и это все? Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Что? Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня...
хотел, чтобы я сделал. Он показал его мне, и я... Ох! Отказался. Простите, я на минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Снова к рогу! За мной, Атрей! Прости, я отвлекся! В чем Бешмит? А, моя первая работа. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего? Что мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Давай я тебе попозже расскажу. Сын.
Сюда. Так-так, моя первая работа. Мы с друзьями проказничали в лесу королю фей на потеху. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне... К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. Впереди враг! Оказался в этих краях. В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. Знаешь что? Я попозже. Показать.